Серийный пулемет «Блюма» образца 1930 года. Приветствую всех любителей оружия. В этом выпуске я расскажу о пулемете «Блюма», серийно производившегося в СССР и состоявшего на вооружении с 1930 года. Михаил Николаевич Блюм является советским конструктором, который разработал пулемет под патрон 5,6 на 15,6 мм 22 ЛР. Пулемет был принят на вооружение, когда конструктору было всего 23 года. Правильнее будет сразу сказать, что Блюм создал систему, которая привела к появлению в то время целой серии оружия под малокалиберный патрон. Все эти образцы были учебными и применялись для подготовки солдат в РКК. Не стоит недооценивать значение учебного оружия, особенно в то время. Ко всему прочему, конструкторам была решена достаточно сложная задача, так как используемый патрон крайне чувствителен к внешнему воздействию. Необходимо было создать многозарядное, надежное и вместе с тем дешевое средство для обучения. Изначально малокалиберный пулемет «Блюма» был задуман как конструкция, предназначенная для установки непосредственно в пулемет «Максима». Однако подобная интеграция была признана несколько сложной, темп стрельбы излишне высоким. И в результате в производство был запущен упрощенный вариант, в котором пулемет «Блюма» прикреплялся на пулемет «Максима» снаружи. В дальнейшем удачное учебное оружие производилось также для авиационных, танковых и прочих вариантов пулемета «Блюма». Крепежные приспособления были простыми. Превратить пулемет «Блюма» в нужную модификацию не составляло особого труда. Масса пулемета без патронов 3,3 кг, темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту, боепитание, отъемный магазин барабанного типа на 40 патронов, по факту 39, так как один патрон не заряжали из-за стрельбы с открытого затвора и отсутствия предохранителя. Принцип работы автоматики – ход свободного затвора. Известно, что маршал Тухачевский подарил в качестве премии Блюму мотоцикл. После того, как Тухачевского расстреляли в 1937 году, многих работников конструкторского бюро уволили в лучшем случае, в том числе и Блюма. Он перестает заниматься разработкой оружия до Великой Отечественной войны. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.